Дебютант легкого веса UFC Нурулло Алиев рассказал, что его путают с экс-чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым. «Меня вообще везде путают с Хабибом. Захожу в торговые центры в Америке, маленькие дети подходят и просят сфотографироваться. А я им говорю, я не Хабиб, я Нурулло. Меня часто с ним путают. Меня сравнивают с одним из прославленных чемпионов. Это приятно», – сказал Алиев на пресс-конференции. Также после победы Нурулло написал следующее. «Мы это сделали. Я горд, что являюсь достойным сыном своего народа. Спасибо всем, кто болел и переживал. Мой Таджикистан, я чувствовал вашу поддержку». Ну а также Нурулло Алиева поддержал Хасбулла, опубликовав пост. «Очень достойный сын своего народа». Друзья, а как вам выступление Нурулло Алиева? Давайте все вместе поздравим нашего брата в комментарии. Президент американского промоушена UFC Дана Вайт прокомментировал дебютную победу бойца из Таджикистана Нурулло Алиева. «Круто, когда тебя поддерживают по всей стране. Эти парни летят в Вегас со всех частей света. Это очень круто и захватывающе. Здорово наблюдать за этим, особенно когда они возвращаются домой после побед», – сказал Вайт на пресс-конференции. Джон Джонс высказался в адрес Нагану, сказав следующее. «Я посмотрел интервью Фрэнсиса, в котором он говорил о том, что он навсегда останется чемпионом, по той причине, что пояс у него никто не отобрал. Но как только я это увидел, мой тон по отношению к нему изменился. Но он принял правильное решение, что ушел до того, как я вернулся в дело. Умный ход от Фрэнсиса», – сказал Джонс. Также Джонс назвал критическую ошибку Гана в поединке с Фрэнсисом. Вот что он сказал. «Ган отдал доминирующую позицию, перешел на болевой, когда все, что ему нужно было сделать, это лечь на измученного Фрэнсиса». Также Джонс заявил, что не считает Сирила Гана самым техничным кикбоксером из тех, с кем ему приходилось драться. «Чувак, я только что снова посмотрел мой бой против Тиаго Сантоса. Я думаю, это безумие, что вы, ребята, считаете Гана самым техничным кикбоксером, с которым я когда-либо сталкивался. Сантос обладал молниеносной скоростью, мощью, взрывной силой. Безумная универсальность. Последние три соперника Гана имели ужасную защиту. Эти ребята не смогли бы остановить удар ногой, даже если бы от этого зависела их жизнь. В своих последних трех боях он дрался с боксерами с плоскостопием. Лучшим борцом, с которым он когда-либо дрался, был Фрэнсис. Это дико», – заявил Джонс. Но уже совсем скоро, а именно 5 марта, состоится бой между этими тяжами, и мы увидим, кто же из них окажется сильнее. А как считаете вы, кто заберет это противостояние? Напишите об этом все свои мысли в комментарии. Прожимайте лайк этому видео и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех последних событий в ММА.